Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о моих топ самых лучших средствах компании Faberlic. Это продукты незаменимые для меня. Я не могу найти именно в этом сегменте за эту цену, именно в такой текстуре или с таким составом продукцию от других компаний. Именно поэтому, наверное, я еще и до сих пор продолжаю делать заказы Faberlic, даже тогда, когда нового ничего нет по каталогу и мне уже особо ничего не интересно, но я знаю, что у меня есть те продукты, которые я повторяю снова и снова. Сейчас я вам о них подробнее расскажу. Первое, это будет мыло для кухни, устраняющее запахи. У меня аромат водяной лилии на данный момент, но я перепробовала все их ароматы, все отдушки, которые у них есть. Некоторые даже по два раза, а допустим с ароматом водяной лилии я покупаю уже раз в третий. Я считаю, что именно этот аромат является самым классическим, самым приятным, и если вы хотите познакомиться с этим мылом, то лучше начать именно с него. Чем оно мне нравится так сильно? Кремовая консистенция, это мягкое очищение, не сушит кожу рук, это 100%, но самое главное, он действительно избавляет от запахов. Соприкасалась, допустим, с тем же луком, чесноком или рыбой, если сразу помыть этим мылом руки, запаха от этих продуктов вообще ни капельки не остается. Это мыло можно приобрести рублей за 80 на скидках Faberlic. Здесь довольно-таки большой объем, надолго его хватает. Здесь 300 мл. Также мое неоднократное применение — маска для ног. Это голубой кипарис, лайм, масло карите. Во-первых, очень сложно найти в масс-маркете кремы для ног, которые реально будут не вонять. Для меня кремы для ног в масс-маркете максимально неприятно многие пахнут. Здесь же аромат очень легкий и приятный. Второе, мне нравится его очень и очень густая консистенция, которая быстро и легко избавляет от сухости. Я наношу после душа, могу перед сном под хлопковые носочки нанести, могу не делать этого, в любом случае она сработает великолепно. Здесь небольшой объем, 50 мл, но вместе с тем, так как он густой, его необходимо мало. Во-первых, во-вторых, он стоит 50 рублей. Был у меня единственный крем, который с ним может и по аромату, и по действию конкурировать. Это от Garnier для ног, по-моему, красная упаковочка. Вот он очень питательный, тоже хороший, но он стоит раза в три, наверное, дороже, чем от Faberlic серии Этнобатаника крем-маска. И для меня это такой кремушек, как сос восстановления, сос питания. И на утро, конечно, очень приятная и мягкая кожа на ступнях. Также быстро сохнущее верхнее покрытие от Faberlic мною заказывается в 10-й раз, это точно, может и больше, я уже сбилась со счета. Что делает это верхнее покрытие? Во-первых, выступает в роли сушки, во-вторых, очень хорошо закрепляет лак на ногтях. При помощи его можно достигнуть такого эффекта гель-лака. Здесь очень удобная, классная кисточка. У меня это верхнее покрытие заканчивается быстро, так как я его обильно наношу. И вот тогда мне нравится гелевый эффект и очень хорошая стойкость. И с ним быстрее сохнет лак, даже нанесенный в три слоя. Снова и снова буду покупать. Вещь для меня незаменимая, я многим советую, и в своем сегменте за свои деньги это идеальный вариант. Вот такой вот антивозрастной бальзам для губ от Faberlic у меня тоже уже, наверное, 7-й раз куплен. И есть еще в запасах где-то 2 или 3 штуки, я очень часто даю или дарю. На скидках их можно приобрести за 50 рублей, а результата тут намного больше. Не сравнится, конечно, само действие ни с какими Nivea, Чистолин и так далее. Мне больше он нравится, чем Carmex, чем Blistex. Он совершенно не имеет никакого цвета, я не чувствую в нем никакого аромата. И днем, и вечером я использую этот бальзам. Если его нанести вообще на ночь, на утро губки остаются такими разглаженными, убирается вся сухость. Эффект вообще замечательный. Это такое быстрое восстановление. Он не ощущается масляно как-то на губах, я его вообще не чувствую. Поэтому покупала, покупаю и буду покупать. И на скидках обычно запасаюсь, чтобы они точно у меня на всякий случай были. И последний, 5-й продукт, это будет бронзирующая пудра от Faberlic. Она у меня уже 2-й год, а в 1-й год я ее очень сильно заюзала. Здесь есть зеркало очень удобное. Он запеченный и была поверхность выпуклая. Сейчас там даже виднеется чуть-чуть ямка. Почему этот бронзер отличается от других и за свою цену я не могу найти лучше? Во-первых, это очень шелковистая текстура, мелкий помол,
Во-вторых, это оттенок, и, допустим, для белоснежек это будет очень такой естественный, красивый бронзирующий оттенок. Для девочек более смуглых это будет прекрасная бронзирующая действительно пудра или просто пудра, которая будет немножко сатиновым подсвечивающим эффектом. Если честно, мне очень Swatch сильно напоминают пудра от Hourglass, нанесение такое зашлифовочное, похоже. Я брала и всем советую, в принципе, брать на скидках, он где-то будет вам выходить 370 рублей, но он универсальный и подходит для любого цвета и типа кожи. Не подчеркивает текстуру, не забиваются поры, никакой аллергии не вызывает. Однозначно это лучший незаменимый продукт из декоративной косметики для меня от Faberlic. Мне интересно было бы узнать, почитать в комментариях, какие для вас являются продукты от Faberlic незаменимыми. Это может быть 1, 3, 5, неважно. Я не говорю о том, что больше у Faberlic нет каких-то хороших продуктов. Есть, конечно. Тоже средство для очищения ванны мне нравится. Мягко и хорошо очищает. Но замену можно найти. Допустим, те же лаки CC 9 в 1. Умный цвет, по-моему, называется. Я часто их покупаю и пользуюсь с удовольствием. У них классно, хорошая такая пигментация, они плотно ложатся, имеют неплохую стойкость. Те же помады губные, только именно вот помады, потому что блески и тинты меня разочаровывают в Faberlic, а помады мне нравятся, их текстуры, начиная от матовых, заканчивая увлажняющими. У них интересные оттенки, но также можно, допустим, найти замену тем же лаком. Для меня хорошая альтернатива для них это от Nail Look. Если мы берем помаду, то тоже у Catrice Essence можно найти примерно по таким же ценам хорошие и текстуры, и оттенки. Спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, оно было для вас полезным и интересным. Подписывайтесь на канал и встретимся с вами в следующем видео. Пока!